главное, что зарплату не кинули. Да похуй мне на эту зарплату, мне похуй, я знаю, чтоб ты дома был. Ну, я тоже дома хочу, но уже никак. Вчера пацаны, которые отказники были, их всех вернули назад. Один только до Талова пошел дальше, но где он теперь? А так всех пацанов вернули. По предсказаниям Ванги, это все до 24-го года будет длиться. А я вчера думала, пиздец, что я тебя не увижу, блядь, 2 года или что? Не могу, блядь. По сути, да. Я не ной, блядь, не ной. Я не могу. Ну ты бы видел, что происходит в интернете. Это вообще, это ничтожество, они мужики. Это ничтожество. Трусы просто, блядь. Прячутся они. Бабы за них решают. Женщины разводятся с мужьями, лишают себя прав, блядь, потому что мужика не заберут, если он один, единственный этот. Ты представляешь, что делают люди, ищут лазейки какие? Вчера уже подписывали бумаги. Какие? 5 подписей. То, что мы ознакомлены, то, что мы понимаем, то, что все произойдет. Не знаю, особенно не читал просто. Все подписи хуярят просто. И все, там уже хуярят.